Хочешь смеяться до отключки? Заходи на канал Глюка. Куча веселых видео по Happy Wheels, GTA 5 и Майнкрафту. Олдскульные игры и также немного веселого неадеквата. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, точнее продолжение прохождения нашей замечательной карты о зомби-апокалипсисе. Кто не знает, это уже третий по счету сезон, но, ребята, на этом давайте не будем останавливаться. Если вы хотите больше карт, больше серий, больше видео и больше сезонов по зомби-апокалипсису, вы знаете, что делать. Как только мы наберем 1500 лайков, я сразу же выпущу новую серию, но не будем на этом останавливаться, потому что чем больше лайков мы будем набирать, потому что на каждой серии мы набирали по 3-4 тысячи лайков, и, ребята, за это вам просто огромное спасибо, потому что вы реально суперские. 4 тысячи лайков на каждой серии зомби-апокалипсиса — это реально круто. Если мы сможем также набрать, то я сразу же выпускаю новую серию, которая будет длиться очень долго, и я также просто-напросто буду выпускать как можно чаще другие видео. Также подписывайся на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, и я всех вас рад приветствовать в нашей большой дружной семье подписчиков, поэтому не стесняемся. Секунда, чтобы поставить лайк, секунда, чтобы нажать, точнее, на кнопочку подписка. Но за эти 2 секунды я действительно буду вам очень сильно благодарен, потому что вы реально сможете меня порадовать. Пока мы играем в догонялки зомби, мы будем приступать к самому видео. Да, ребята, ага. Пим-пим-пим, ну что, за нами уже бежит зомби. Как я понял, что очень плохо, то мы тут реально умираем от того, то, что у нас не хватает воды, от того, то, что мы замерзли, или что там даже было, я не помню, от того, что мы вроде промокли, от того, то, что нам было холодно, от того, что мы устали, это вообще было охренеть, потому что я не знаю, как нам справляться с этим, это реально как какой-то дейзи, то есть от того, то, что мы промокли, мы можем умереть. Я, если честно, даже не знаю, как нам с этим справляться. Не знаю, ребята. Но, в принципе, что мы будем делать в этой серии? Надо бы, если честно, сейчас хотя бы немного поспать. Но не так-то это все просто. Что у нас тут? Что у нас тут такое? Это у нас, походу... А, мы уже там вроде были. Мы опять привлекли в зомби. Главное, нам не заразиться от зомби, потому что я помню, я подхватил один раз какую-то инфекцию, и зомби нас практически... И вот эта инфекция практически нас убила. И очень долго на нас... То есть на мне лежало какое-то... не знаю, что это было, но, в принципе, лежало какое-то... Какой-то эффект, который истощал меня, иди вон, который просто-напросто забирал сердечко и всякое такое. Ну, если мы сейчас сможем поспать, мы бы смогли поспать, если бы рядом не было зомби. А там еще плюс тому крипер есть. Тут еще один где-то зомби есть. Ух ты, ты прям наверху был, зараза. А, засел там заразенный. Ну что, ребята, мы зашли в мотель, и это, в принципе, отличное местечко для того, чтобы вздремнуть. Да, мы даже можем себе построить какую-то базу, потому что в этой... части зомби-апокалипсиса мы можем строить себе что-то, да? То есть в этой части уже разрешено что-то строить. Поэтому, ребята, мы, может, даже построим себе какую-то новенькую базу. Посмотрим. Главное, сейчас бы тут какие-то сундучки найти, чтобы полутаться. Но, как я вижу, не так-то это все просто. Офигеть, тут вообще ничего нету. Ни в одном месте нету никакого сундучка. Офигеть просто. Мне кажется, тут тогда вообще нету смысла шастать, потому что с одной комнаты, может, со всех, точнее, комнат мы найдем, может, парочку сундуков, и это не очень круто. А что у нас тут? Тут у нас машиночка, в машиночке ничего нету. Что? Пока. Что это у нас тут? Это... Ой, здрасте. Забираем. Это у нас заправочка или какое-то придорожное кафе, или Макдональдс какой-то, или еще что-то в этом роде. Или это какая-то библиотека нафиг. Или собрание алкоголиков. Потому что, как я вижу, тут стол вокруг стулья. И... Ни хрена себе. Привет и пока. Нет, это автомастерская. Автомастерская. Прощайте, мои друзишки. Я больше с вами там оставаться не хочу, потому что вас там офигеть как много. Куча сундуков, которые просто-напросто раскиданы на поляне. Но тут ничего нету. Пока. Хотел нас взорвать, в принципе. Взорвал, но не так-то сильно, как он хотел. Тут у нас также... Ага, то есть я замерзаю, смотри, ребят. Сейчас. Как только мы стали на
На... Так, ух, чуть я туда не впал, в ту яму с крипером. Как только мы стали на снег, мы начали замерзать. Я, если честно, не знаю, как нам сейчас согреться. Бабу бы какую-то, она бы-то нас согрела. Да, так, ух ты. Ну, круто, то есть, то, что ты один раз нас фекснул, это ничего такого нету. В принципе, ребята, как вы думаете? Мне кажется, крутой такой домик. Пол, конечно, разломан, но дом, в принципе, даже сойдет. Хм, плазма, нифига себе, тут задний дворик. Там у нас, кстати, валяется сундучок, хотелось бы посмотреть, что тут у нас будет. Водичка, палочка и также уголечек. Крутой дом, офигеть, какой крутой дом. Я, кстати, там заметил то, что там есть подвал. Двери за собой лучше всегда закрывать, потому что фиг ты можешь знать, кто за тобой там придет с другой стороны. А может быть зомби как раз. Я видел, там где-то был подвал, но я не знаю, сможем ли мы туда спуститься. Ну, пока я не понял, как нам туда спуститься, мы просто-напросто поднимаемся на второй этаж и смотрим, что у нас тут есть. Кроме зомби, в принципе, я больше ничего не вижу, поэтому мы в первую очередь его и завалим. Это кто-то там снизу, да? Мне кажется, что да. Только где он? Не знаю. Почему, мать вашу, вы ставите мне пустые сундуки? Мне не нужны пустые сундуки. Вообще не нужны. Вот прям вообще не нужны, честное слово. Еще картошечку мы сейчас пережарим. Нужно еду найти, ребята. Вы видите то, что еды у нас вообще никакой нету. А без еды мы вряд ли как-то сможем выжить, да? Поэтому нужно искать, ребята. Давайте еще две картошечки как можно быстрее. Картофанчик у нас пережарился, мы его забрали и валим отсюда как можно быстрее. Я тут вижу какую-то построечку, точнее недостроенную построечку, как бы это глупо не звучало. А, там что-то строили и в принципе в развалинах, точнее... Ну, я не знаю, что тут может быть. Что тут может быть? Я вроде играл в DayZ, если честно, это было очень давно. И в развалинах, то есть вот в руинах, можно и так сказать. В принципе, ну, что-то иногда было, но... Вряд ли тут будет что-то в Майнкрафте. То есть я не вижу пока что ни одного сундучка. Я вижу только фундамент. Ну, вот. Шлемачочка нам, конечно же, не хватало. Ну, плохо то, что он... Так, сейчас. Плохо то, что он не железный, не какой-то другой, а золотой. Золотой нам нафиг не нужен. Так, что мы можем скрафтить? Ни хрена мы не можем скрафтить на данный момент, поэтому валим отсюда, ребята. Можно, в принципе, еще подняться сюда. Хотя нет, нельзя, потому что тут дальше прохода нету. Если тут нету прохода, то и нам там делать нечего. Валим отсюда и идем смотреть какие-то новые построечки, потому что нам нужно подготовиться уже к финалу, который, ну, я, если честно, не знаю, когда он будет 100%, но все же это у нас тут что? Мне кажется, мы тут уже... Были или нет? Это какая-то грудь. Да, мы уже тут были, ребята. Мы уже тут вроде были. Вроде. Ладно, если мы тут были, значит валим отсюда. Дождик я не люблю, и терпеть я его тоже не люблю, потому что он очень громкий. И поэтому, ребята, я его выключаю. Он реально очень громкий. Давайте зайдем. Вот куда я хотел пойти в предыдущей серии. Тут у нас... Ух, ни хрена себе. Только зачем нам вот это все? Вот куда я хотел пойти в предыдущей серии. Тут у нас самолет, который потерпел крушение. Нифига себе. Да. Ух ты. Я обрадовался то, что у нас тут есть куча всяких сундучков, но, к сожалению, в этих сундуках ни хрена нету. Да. Лучше бы их вообще тогда не ставили. Это чья-то башка. Это... А, вот. То есть, офигела, да? Давайте снимем, а то мы реально какие-то упоротые с этой башкой. Это... Да, это, в принципе... Офигеть. Ребята, вы хотите вот это все лутать? Мне кажется, знаете что? То, что тут есть куча сундуков, где нифига нету. Но в каком-то одном сундуке может таиться что-то реально очень крутое. Допустим, тот же железный меч. Вот! Уже одно железо мы нашли. Еще одно железо мы нашли. То есть...
Я 2 секунды назад сказал то, что в одном из сундуков может таиться железный меч, и сразу же в 2 следующих сундуках мы нашли по одному железному слитку. То есть в сумме получается то, что мы нашли железный меч. Ребята, вы скажете то, что это совпадение? Вот как я мог знать? Я реально просто взял и угадал. Офигеть. Ладно. Валим отсюда. В принципе, тут есть еще второй этаж, если можно так выразиться. Вот он. Тут уже люди были, да? Там у нас был грузовой отсек, тут у нас уже пассажиры. Тут у нас тубзик, башка, зомби. Нифига. Ух ты! Водочка! Это, походу, русский самолет нахрен был, да? Если тут везде только водка есть. А я, кстати, всегда забываю вот эти раздатчики проверять. А тут офигеть, какие есть крутые вещички. Офигеть. Но сейчас я уже понял то, что нам реально нужно их проверять как можно чаще. Это, походу, дом какого-то президента тут, мне так кажется, потому что... Ну что это может быть? Что это может быть? Реально, дом... Ух ты! ТНТ, значит, это реально какой-то крутой дом. Это какой-то, не то что даже посольство. Фиг его знает, что это такое, ребята. Вряд ли это какой-то музей, вряд ли это, не знаю, какая-то сейчас. Йолосвек, ага. Вряд ли это какая-то достопримечательность. Мне кажется, это реально какой-то нереально крутой дом. Реально нереально. Фу, ну что, заходим внутрь. Я надеюсь, что тут зомбарей много не будет. Ух ты. Круто. То есть я уже знаю... Давай. Опа, по башке сразу. То есть я уже знаю, где у нас... Зачем я сказал то, что тут зомбарей много не будет? Зачем я это сказал? А? Ребята, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Зачем я это сказал? Опа. Да. Крутой дроп, крутой лут. Нифига тут нету. Охренеть, это что там такое? Валим отсюда, давайте сразу же валим на второй этаж. Хотя тут ситуация не намного лучше. Реально не намного. Ты там взрывайся, зараза! Взрывайся! И ты... Давай, распадайся на части, скелетончик. Вот в этом доме реально очень много всяких монстров. Я, конечно, могу сейчас разместить вот эти все факелы, но само по себе я просто их потрачу. Я хочу создать где-то свое убежище и там осветить наше убежище, потому что у нас, в принципе, нету так много угля для того, чтобы сделать кучу факелов. Это бабский туалет. Нет, извиняюсь, это не бабский. Это девчачий тубзик. Тубзик! Опа. Да, ой. Круто, завалили. Оп. Ну, то, что ты нас там фекснул немного, это ничего такого страшного в этом нету. Убили. Ух ты, нифига. Ой. Такой, знаете, ух ты, нифига себе, ты прям занычкался там. Все. Ну, тут еще есть парочка паучков. Офигеть, как меня эти пустые сундуки бесят нафиг. Зачем их вообще добавляют? Просто-напросто, чтобы обмануть человека, знаете? Для того, чтобы просто-напросто обмануть человека. Тут нифига нету. Нифига нету в этом помещении. Охренеть. Валим отсюда. Валим. Ой. А, я не могу бегать. Как видите, реально нас отравили что-то в этом роде. А, то есть нас заразили зомби вот этой. Ах ты, зараза, ты нас заразил. А, заразил, но, конечно, только на время. Фу, давайте на третий этаж поднимемся, что у нас... Это, может, какой-то колледж, знаете? Колледж или институт, что-то в этом роде. Офигеть, сколько вас... Да, это все-таки не дом президента, это реально какой-то колледж. А, сундучки. Пожалуйста, дайте мне какие-то сундучки. Какие-то очень крутые сундучки. Не всякую фигню. Вот типа этого, да? Офигеть. Нахрена вы добавляете пустые сундуки в такое крутое здание? Что это за бред, а? Ой, валим отсюда. Что это за бред? Потому что тут реально нифига нету. Еще один этаж, и мне кажется, тут тоже нифига не будет. Я хочу пить. Это все очень круто, но это Майнкрафт, чувак. Ты тут вряд ли сможешь что-то нормальное выпить. Я, конечно, сейчас могу. У нас была бутылочка, вот она. Все? Тебе лучше стало? Я надеюсь, что лучше. Сундучки.
Да. Валим, валим с этого конченого здания. Ни хрена тут просто нету. Тут тубзики, ой, тут тубзики на каждом шагу, но нету ничего полезного. Это, если честно, очень даже хреновенько. Ух ты. Да. Да. Крутой, крутое здание. Я думал, тут какие-то пулеметы, автоматы будут. В принципе, Sharpness 2 это, походу, конечная точка вот этого здания, да, то есть финальный приз вот этого прохождения вот этого здания это Sharpness 2. В принципе, я знаю, где у нас находится верстак. Я знаю, потому что мы его видели, да. Верстак у нас находится возле вот той стройки, да, таджиков. Но там, в принципе, ничего толкового не было, кроме вот того же верстака. Но зато мы хотя бы знаем. Да, в принципе, а что мы паримся, если я сейчас сам могу скрафтить вот этот верстак? Верстак, в принципе, я сам могу скрафтить. Вот он. Вот так. Сейчас. Опа, опа. А-а-а, палочки, палочки, палочки. Опа, 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 опа. Иди сюда, зараза. Заразёныш. И вот это, в принципе, мы можем обратно забрать и валить отсюда даже... Даже... А я вернулся на место смерти. Также я тут нашел спортзал, да, как я понял, это реально спортзал. Да, то, но мы сначала вот это все поодеваем, все забрали, да. Я, конечно, хотел зачарить свой меч, где он, вот так, но не получилось. А, нет, да, в принципе, это и спортзал, и также это тут сцена, да, выступление. В принципе, в каждой школе, наверное, вот эти все праздники, вот эти все выступления там... Мы ищем таланты, или как это все там называется, проходила в спортзале, да? В спортзале. Ну, в принципе, у меня иногда в столовкой проходила, если я хорошенько помню. Но в спортзале, в принципе, намного чаще. Это девчачьи, да? А, и это... А, мать твою, кто создавал эти сундуки беспонтовые, я не знаю. Ладно, ребята, в принципе... Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Круто, круто, круто. Стрелы, стрелы, может... ребята, стрелы, стрелы мне отдавайте. Ага, да. Да, круто. Нам лапис нужен. Замечательно. Лазурит нам нужен. Ладно, валим отсюда. Нам бы еще... Ой, ой, ой. Обманули, обфинтовали и валим отсюда, ребята. В принципе, мне кажется, на этом прям очень круто будет закончить эту серию. Давайте даже вот где-то, опа, вот тут возле самолета закончим. Ребята, если вы хотите видеть продолжение хоть сегодня, завтра или хоть когда, вы знаете, что делать. Я буду очень сильно рад, если мы сможем набрать 1500 лайков, потому что... В первую очередь вы скажете мне спасибо за то, что я выпускаю видео, а во вторую очередь я выпущу для вас много новых видео, тем самым скажу вам спасибо за то, что вы ставите лайки. Мне просто-напросто нужно знать, хотите ли вы продолжение этой замечательной карты и хотите ли вы еще четвертый сезон этой карты. Поэтому, ребята, ставьте лайки, набираем 1500 лайков, я буду очень сильно рад. Но, как мы набирали по 3-4 тысячи лайков на каждом, на каждом видео, то, ребята, если мы сможем набрать на этом, это будет нереально круто, да. Также подписываемся на мой канал, потому что каждый подписчик для меня... Как друг, я буду очень сильно рад, если новые друзья вступят в нашу большую дружную семью подписчиков. Не поленись, не постесняйся, секунды, чтобы поставить лайк, секунды, чтобы подписаться. Я просто скажу тебе большое спасибо, потому что это действительно будет для меня очень сильно приятно. На этом, ребята, мы уже будем заканчивать эту серию, не расстраиваемся, потому что мы встретимся в следующей серии. Когда она выйдет, зависит только от вас. Я говорю вам большое спасибо за то, что вы посмотрели это видео до конца, потому что не каждый смотрит видео до конца. То есть многие перематывают, многие выключают. Если ты посмотрел, ты реально заслуживаешь уважения. Я прям, если бы мог, я тебе пожал бы руку, потому что ты реально очень сильно крутой. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.